Доброе утро, друзья. Доброе утро, Люси. Люсь. Здесь я уже сварила кашу. Это у меня сыр. Я вот так сверху. Будет у меня такой завтрак, друзья. Вы уже знаете. Ну и кофе, без которого утро не обходится. Я думаю, у вас тоже, друзья, так. Здесь машинка работает стирка. Ну и красавица моя, которая без меня ни на минуту, да, не остается. Люсь. Здесь покажу еще. Декабрь, друзья. Вот так он уже у меня. Расцветает. Столько пыли всегда на этих цветочках, потому что подметаю здесь на кухне пол, и пыль садится. Новеньких уже тоже много появилось. Вот смотрите. Вот сколько уже. Так что ждем, ждем полного расцвета, так сказать, цветочка. Температура у меня на кухне. Сколько? 11, вот так. Так что не удивляйтесь. Как я уже говорила, зимой бывает, когда морозы поменьше. Ну что делать? Человек ко всему привыкает. И, так сказать, за все, слава Богу. Купила вот такие конфеты. Нуга карамель джази. Они были по акции. Кофе буду пить с ними. Сегодня, друзья, у нас будет тушеная капуста. Вот я ее уже нашинковала. Я добавляю томат, друзья, чтобы было вкуснее. Сейчас маленький огонь сделаю, пусть готовится. Капуста готова. Пусть у меня, друзья, купаты домашние, не магазинные. Запах, конечно. Я бы попросил, пишет из университета, поджарь, пока я приду. Купила в Карфуре масло сливочное, валю по акции. Понятно, вы уже знаете, что я смотрю, чтобы подешевле было. Пачка стоила 200 грамм. 5,99. Я купила две пачки, потому что у нас масло идет. Мы едим его жабой в кашах в основном. Иду дальше. Гуляю. Погода хорошая, так что пока солнышко еще не село, пройдусь. Здесь у нас по третьему, четвертому микро. Здесь стройка идет спортивного комплекса. Уже на улице начали что-то делать. Как быстро он строится. Строится возле школы. Говорят, будет огромный комплекс спортивный. Видно тоже по размеру. Не маленький. Здесь тоже возле школы
Как смотрю, красиво все поменялось. О. Насадили деревья, тротуарчики сделали, скамеечки вот там стоят. Вот как хорошо. Когда это они все успели? Такими быстрыми темпами все меняется. На этой стороне тоже. Здесь раньше скамейки стояли, убрали. Наверное, будут новые ставить. Да. Елочка уже здесь стоит. Только вечером, наверное, будет гореть, пока еще светло. Вечером уже красиво смотрится. Это возле парка тоже. Видите, тоже все меняется. Пришла, друзья, домой, покажу вам, что купила. Лаваш горяченький. Хочу его туда убрать подальше. Не очень чистый. Но это масло, что я показывала, говорила мне вам. Две пачки. За 6 лари, так сказать. Здесь у меня что? Картофель. Лар 20 килограмм на 29. Люся! Люся, ты тоже ждешь? Да? Потом, что тут еще было у меня? Такие огурчики. А чем они были? 2,69. Полар 19 также. Были такие чудо-сырки. Две купила. Два, вернее. Потом. Что тут я еще купила? Я, друзья, зашла. Либры, и там, оказывается, мне до этого говорили. Вот так неудобно. Подождите, отключусь. Вот такая селедка, она по четвергам 30% скидка на нее. Это мне раньше сказали, я еще не знала. И мне никак не пошла. Вот так она стоит 20,50. Здесь на 5 лари, но сняли, конечно, эти 30%, получается на 3,50, по-моему, она вышла. И была вот такая паста вместе с этим Aguacre Fresh, да? 1+1, значит, паста и щетка. И она стоила 5,34. Вот так, друзья.